Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. У нас очередной музыкальный ролик с тульским баяном. Мои подписчики знают, заметили, что я крайне редко на нем играл. Вот, решил продать его, ну, стоит. Вот, а для инструмента плохо, когда он стоит. Даже кто видел в предыдущем ролике, да, вот клавиша, самая нижняя, вот, под линию, это чего? Деревянная клавиатура, стоит на нем, не играет. Здесь помещение уже не особо я топлю, как бы, да, уже, ну, нет нужды такой носить, вот поэтому, вот, и зачем? Пусть человек играет и приносит баян ему радость, удовлетворение, получая что-то от игры на нем. Есть уже покупатель, вот, в момент, когда вы смотрите это видео, баянчик уже поехал в город Луцк. Так что немножко поиграю, так. Даже люди не готовятся снимать ролик, так, перед выездом на почту, поэтому, ну, так, на скидку. Thank you.
из Одесски. Играет. Думаю, Вадим будет доволен. На этой веселой песне мы закончим игру. Отправляем инструмент новому владельцу. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Вырезать край, начало, конец не буду, как есть.